Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Yarn Today Rogue. Так, что я хочу сказать, ребята. Ну, выпала мне из сундучка шмотка эпическая. Как ты видишь, я ее поставил, прокачал до 24 уровня. Максимальный у нее уровень 40. Но одно дело шмотка, а другое дело оружие. Вот мне оружие нужно нормальное, крутое, чтобы... Выживаемость-то понятно, но хотелось бы урона побольше наносить. Ну что, погнали тогда на ежедневные задания выполнять, чтобы нам получить уровень. Как-то, я не знаю, прокачаться, может, чуть-чуть, если получится. Так, заверши уровень с необычным оборудованием. Так, нанести крит урон. Чего еще раз? Получить 200... А, облучить 200 врагов ядерными отходами. Нанести крит урон. Так, и заверши уровень с необычным оборудованием. В плане с необычным оборудованием. Хм. О, ядерные отходы. То, что доктор прописал. Ребят, сразу же. Прекрасно. Ну, давай, наверное, двойной магазин возьмем. Ну, куда ты? Куда ты, титька-траканья, прыгаешь-то, я не пойму. Здесь я возьму баскетбол. Но? Тихо, ребятуль, ну, успокоились. Что вы тут? Возьмем еще одну пулю рядом. Здесь возьмем с тобой крит-шанс. Но крысы, зомби, всякое охламье тут лезет. Так, мне нужно... А подожди, крит урон вообще засчитывается у меня? Да, идет, ребят, идет. А вот облучение ядерными отходами, ну, что-то вообще как-то... Как-то не особо, да? Так, стреляет лазерами по горизонтали, а второй... Поджигает врагов вокруг вас. Если будут отходы, ребята, ядерные, я возьму, наверное, еще одни ядерные отходы, чтобы нам больше наносить урона. Но пока... Пока такого нам не дают. Просто изично идем. Надо же, ботинки выпали. Так, ботинки, шлем. Давай кинетический мусор возьмем. Кинетический мусор. Ну, эхо-магазин. Хотя можно было бы взять и адреналин, по идее-то. Блин, я чувствую, здесь я за один заход не пройду, ребята, именно по крит-урону. Слабоватый крит-урон. Но... Ну, давай аккумулятор возьмем, чтобы бить током. На одном дыхании, да? Ну, правильно, тут враги такие липовые. Особо ничего не надо делать. Так, нанес я, ребят, крит урон. Что там? О, водичку дали. Крит урон я получил. Ну, задание я имею в виду выполнил. А нам надо еще сделать... Блин, облучить. Всего 18 облучил пока. Насколько я помню, облучение показывается в виде радиационного значка на противнике.
нет. Вот смотри, я вот сейчас стою, и они почему-то, ребята, облучение не получают. Они только горят. А мне нужно именно облучать их. А ну-ка, пауэрапчик. Взрыв при приземлении. Такой себе, если честно. Ну. Детали получаем, это уже, ребят, плюс. Ну и плюс баксы, конечно же, тоже нам нужны. Вот сейчас вот видел, вот крыса бежала с радиацией, значок радиации. То есть, по большому счету, если брать, ребят, то радиация, она не всегда срабатывает, как я думал. Она срабатывает, ребята, рандомно. Так, ну что, вот он пришел, раздутый босс. Я думаю, пару выстрелов, наверное, ему кранты. Так, и завершили с тобой уровень с необычными шмотками. То есть, две миссии выполнили. Ну, ты должен понимать, что это только начало. Угу, так. Подожди, убей 30 врагов с установленным биноклем. Это мы сделаем. И давай, наверное... Ну, глянем еще задание. Так, заморозь 20 врагов с жидким азотом. Ну, давай возьмем, наверное, с тобой вот этот уровень. Не, даже вот этот вот. Значит, с жидким азотом плюс радиация заразить надо будет, да? Блин, выходим. Я забыл взять бинокль, ребят. Я забыл взять бинокль. Все. С установленным биноклем теперь можно идти. Так, мы с тобой просто задание бы не сделали, а я хочу его сделать. Так, ну, бутылка воды это не то. Не предел моих мечтаний, давай скажем так. Ну, где вы там... Ой... Хорош. Так, ну давай баскетбол, наверное, возьму. Ну да, долго, конечно, он. Давай лазер возьмем. Долго он, короче, ребята, с этой винтовки стреляет. Перезарядка у него долго здесь идет. Бабки плевуньи. Вот, ядерные отходы есть. Так, отходики мы нашли. Но дрон. Я, наверное, возьму еще один патрон. Тут мы скорость атаки возьмем. Давай, бомби. Так, ну, есть. Расколбасили. Вон, видишь, радиация идет, ребят. Вот когда такой значок есть на зомбаре, о, увеличу. Блин, а мне нужен жидкий азот, ребят. К сожалению, я бы, конечно, хотел бы взять урон увеличенный, но нужен жидкий азот. Потому что мне нужно заморозить там сколько-то врагов. 30, 40, 50, 60, 120, 387. Помнишь что-то? А сколько сейчас времени? 5, 6, 16, 25. Бабка-то там. Ну вот, 30 врагов, ребят, я убил с установленным биноклем. Давай бурлера возьмем. А, это босс.
Это босс. И заморозить врагов. Фига бабка в воздухе зависла там, нормально так. Бабка зависуха, да? Ну что, доллары мне дали здесь. А, это дроны. Это дроны, это дроны. Че, все что ли, так быстро? Ну, нормально. Так, комната 13. Главное не заражается. Так, а мы выполнили задание по поводу зараженной радиации? Или нет? Нет, 84 только зараженных из 200 допустимых. Что ты куда-то понавтыкал здесь? Так, ну что, урон берем, конечно. Блин, было бы у меня оружие какое-нибудь эпическое. Вот это было бы, да, вот это было бы вещь. Броня тоже, конечно, хорошо, но это ХП, ребят, это... А вот урон, это уже как ни крути, ребят, урон. Это основа здесь. Если у тебя будет много ХП, но никакого урона, ты все равно рано или поздно здесь отдуплишься. Согласись. А вот когда у тебя урон, даже пускай у тебя немножко меньше ХП, ты просто будешь быстрее противников разносить. И быстрее, как говорится, проходить дальше. Ну, 2700, да, будем долго копить, конечно, золото. У меня пока, у меня даже еще, по-моему, 1000 нету, ребят. По голде. Но я думаю, что рано или поздно я смогу накопить. Давай возьмем. Что там нам? Лечение при завершении комнаты. А заражение до сих пор еще не сработало, ребят. По крайней мере, не было этого задания. Хотя практически каждый зомби у меня показан, что он заражается. Там значки с радиацией. Вот. То есть я практически в каждого, в кого не стрельну, ребят, заражается радиацией. Но по идее 80 врагов уже должно как бы отработать. Если, конечно, здесь они не придумают, что они должны умереть от радиации. Не просто заразить, а умереть от радиации. Это, конечно, это сложнее будет. Да нет, там было написано заразить их. Там было написано заразить радиацией. Так что все я, по идее, делаю правильно. Такс. А я не помню, у меня снайперка по фулке про... Ого. Да что ж такое-то там. Я вот этого не помню. По-моему, по фулке, да, я ее прокачал. Так, размотали. И как я вас ненавижу, а? Давай кинетический мусор. А, уже, да, блин, не выполнил я опять задание, ребят. Получается. Получается, не выполнил. Ну, слушай, ну зато нормально там получал детали себе. Остается не очень-то и много. Так, тут доллары
и реклама. Так, ну что, ребята, вот у нас задачи. Зачистить 6 комнат, не используя прыжков. Убей 50 врагов с помощью дробовика за один забег. И, значит, нам надо с тобой ставить дробовик. Дробовик. Устанавливаем. Так, бинокль я убираю, потому что он уже не нужен нам. И возвращаю себе вот эту штучку. Так, прокачка. Ну, прокачивать мне нечего. Как бы только тут, если нам на этой машине докачать, что тут у нас осталось? Ну, дробовик. И вот это. В принципе, все. Больше у нас ничего тут не остается. Ну что, поехали? Ой, какой поехали, подожди. Так, я возьму тогда самый изичный уровень, вот этот вот. Так, с дробовика. Опять же, не забываем про ядерные отходы. Они нам нужны. Ну и не использовать прыжки. Я думаю, с этим я справлюсь. Не использовать прыжки. Давай, наверное, горячую картошечку возьмем. А ядерные отходы сегодня будут или нет? Вот, спасибо. Ядерные отходы получили. Ну, давай бензин возьмем. Возьмем бензик. Плюс 10 к урону. Так, тут еще же, да? Блин, тут еще, я просто... Блин, мне нужен прыжок делать тогда, получается. А в кого он тут стреляет-то? Кого-то грохнули. Ну, давай временно увеличиваем скорость стрельбы после убийства. Все, ребят. Не используя прыжки, я сделал. А вот по поводу... Так, из дробовика... Ага. Ну, из дробовика осталось и... на радиацию, друзья мои. Ну-ка, чё ты аж? Ага, ну это есть у нас. Это не принципиально. Поврап. Две штуки. Взрыв и замедляха. Ну что, вот и задание с помощью дробовика, ребята, у нас пройдено. Давай двойной магазин возьмем. Ну, дробовик нормально, когда у него много патронов, ребята, он шмаляет, да будь здоров. По большому счету. Прям как из автомата, ёпрсте. Сейчас чихну, ребят. Ой, зачесалась, а как? Нет, не чихнул. Блин, а как? Не, вон, заражаем радиация потихоньку. Но все равно мало, медленно. Все, все, ребят. Все задания пройдены. По идее, мы должны получить уровень. Ну-ка еще. Так, прыжок. Плюс один. И получи все пауэрапы при следующем повышении уровня. Так. (Клес)
То есть я получил три повара. Вот такое бы яйцо бы, да? Кстати, мне кто-то говорил, что обнова. Я, кстати, не обновлял игру, надо было мне, наверное, обновить. Кто-то сказал, что новые... Новое оружие, новые пауэрапы появились. Да, мне надо было зайти и глянуть, есть ли там обновление. Ну, возможно, сейчас мы вот это пройдем. Я загляну, ребята. Вот это вот уровень пройдем, посмотрим. Ну, по идее, у меня на автоматическом обновлении как бы стоит. Но бывает иногда, что не срабатывает. Надо заходить и отдельно догружать. Так что посмотрим. Ну, неплох, дробовичок неплох, ребят. Но при условии, что у него очень много патронов. Тогда он наяривает вообще божественно, так скажем. Давай адреналин возьмем на одну секунду больше. Ну, вот и жиробас идет. Ну, что ты там, ну? Ну, что ты там, супостат, кряхтишь? Ну, мы долго с ним здесь возюкались, если честно. Со снайперки мы его, по-моему, намного быстрее уничтожаем. Домой, конечно же. Ну. Так, 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 отлично. Ребята, уровень. У нас уровень сейчас будет. 15 голды, шикарно. Так, ну и заодно рекламу посмотрю. Да, ребятушки, было обновление на 40 мегабайт. Я скачал. Так, ржавая броня, предложение. Ага. Откажемся. Так, ну что, друзья мои. Левел ап был? Был. Прокачались. А следующее повышение будет на 19 уровне. Так, дробовик убираем, да, и ставим. Так, у нас объединение есть какое-то. Ага. Радар-сканер. Так, все, больше ничего мы не можем с собой улучшать. Подожди, где моя снайперка? Вот она. Ее устанавливаем. Она у нас прокачана по максималке. Сейчас с деньгами вообще худо все. Все, ребята, худо. А ежедневки? Ежедневные задания-то чё, как? Никак? Что это такое? Талоны пропуска рекламы? Чё только не придумают, а? Ну что, давай быстренько пробежимся, посмотрим, ребят. Ну, возьмем этапчик чуть-чуть. Такой вот. Ну, давай этот возьмем. Хотя, подожди. Нет, 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 нет. Давай вот этот возьмем. Спящий город. И ежедневки. Мне нужны ежедневки. Я посмотрел рекламу, но там, возможно, еще будут. Да, конечно. Ребят, у нас только одно задание. Оглушить врагов тазером. Ну, не знаю, дадут ли мне этот тазер. Посмотрим. Но мне интересно знать, что на 40 мегабайт, ребята, они здесь добавили. Что они нового сюда воткнули. Так, увеличиваем скорость передвижения. Надеюсь, нам дадут новый перк пощупать, так скажем. Пули отскакивают. О! Смотри, вот это, ребята, новые зомби. Таких не было. А вот, ребятушки, и тазер, который мне нужен. Ты видел новых зомбарей? Может быть, конечно, не новые зомби, может, какие-то переделанные. Но факт в том, что мы таких не видели. Еще возьмем тазер. Нам нужно застанить 30 врагов, получается, да? Да, новые зомби. Потому что вот обычные зомби есть.
Но... Так, дай-ка я эту хламовку уничтожу. Еще одну пулю возьмем. Ты засых, а? Я прыгаю, и она прыгает, а? Но! Замечательно. Тарирарам. Чумные крысы, все дела. Куча дронов. Давай еще увеличим шанс оглушения. Только я не могу понять, что они делают. Ну, вот эти вот зомби. Зомби-панк, или как назвать, даже не знаю. Такой стоит там, дергается. Ну, мы его шокером, потому что ребят бомбанули. Так, враги горят еще дольше, да? То есть это бензин у нас. Ага. С рикошетами очень хорошо играть. Мне кажется, они вообще всегда должны быть неотъемлемой частью этой игры, потому что одна пуля, есть разница, ребята? Или когда пуля летит, отскакивает от врага и летит дальше в своей траектории. А еще если у тебя и тазер есть, то есть мы еще и станем врагов. Все, вон, они стоят и ничего сделать не могут. Ну, если ты, конечно, еще сам тупить не будешь, блин. О, металлоискатель, вот, ребята. Про него говорили. А что он делает? Что он делает? Блин, не почитать. Не понял я, что он делает. Металлоискатель, по идее, должен искать металл. А какой тут металл можно искать? Так, вот если подумать логически, какой металл ты можешь тут искать? Неизвестно. Патроны, он как бы не замедляет снаряды. Давай еще одну пулю рядышком. Ну, от снарядов, как ты видишь, тоже как бы не защищает. Что он делает-то все-таки, а? Непонятно. Непонятно мне характеристики этого. Вот что-то он. Что-то он как-то делает такое. Блин, у него отражение идет, что ли? Давай еще. Четвертого уровня, тазер четвертого уровня, офигенно. Но он что-то показывает. Что-то, видишь, что-то показывает. Я оглушил, ребят, 60 врагов тазером. Но немножко не могу понять. Видишь, какая-то аура у меня тут. Зомби-панки. Не, можно, конечно, это на повторе посмотреть, но...
Хотелось бы сразу знать, потому что, ну, я сейчас как в неведении. Есть еще, интересно, новые какие-нибудь перки? Или нету? Да должны быть, наверное, я думаю. Так, скорость атаки возьмем. Да иди ты, жаба жабанинская. Жаба жабанинская. Ну давай, иди сюда. Ну что там не прыгает? Он в этих подмостках ничего не может сделать. Так, нам надо бы как-то, если честно, здоровье если бы восстановить. Что он делал? Он какой-то вот... Может, он деньги высасывает? Я не знаю. Да какие там деньги он будет тебе высасывать? Нет. Не, ну раз разработчики, ребята, делают обновление, значит, они занимаются игрой, значит, они в курсе всех дел. Давай еще один эхо-магазин возьмем. Крысиное брюхо. Я тебе скажу, мы его сейчас быстренько уничтожим. Причем у него стоит повышенный урон, ребят. Вот и все. Закривлялся. Вот и нету зоба... Ой, зомби. Крысолова, так скажем. Угу. Так, подожди, там что, еще задание, что ли, дали одно? А, на сегодня все. На сегодня написали, ребята, все. Ты молодец, ты все сделал, все задания. Получай грибные ботинки. Грибные ботинки, да? Пушка, мне нужна пушка, солидная пушка. Так, ладно, последний, ребят, забег. Но забег я сделаю в новой вот этой области. Да, жестко будет, но нафиг ли делать. Будем смотреть все рекламы. Начиная с первоначального поварапа. Так, открываем другой. Так, и дают нам еще спички. То есть барьер плюс спички. Ого, смотри, какие зомби, ребят. Таких мы тоже не видели еще раньше. Ну это понятно, это спортивный этот зомби. Получает... Так, враги получают больше урона, когда находятся в зоне сканирования. Вот оно что. Вот оно что, ребят. То есть вот эта вот волна, про которую я спрашивал, зона... Это была зона сканирования, поэтому они быстрее отдуплялись. Плавятся со временем. Нет, это какая-то фигня. Я лучше возьму кинетический мусор. Но. Так, пули отскакивают от стен. Не от врагов, ребята, от стен. Ну, наверное, увеличивает скорострельность. Нет. Возьму еще один снаряд. С одной пулькой как-то бегать не с руки мне. Урон. И рекламный. Ага. Я получил здоровье 20%.
Такой себе, если честно, ребят. Не хватает скорострельности. Все, взорвалось. Не хватает, да. Скорости именно стрельбы. Просто. Да ну хорош закидывать-то бочками своими уже, а? Баскетбол от стен еще больше. С низким здоровьем. Давай, наверное, отскоки еще прокачаем. Да епарасете, блин. Медленно. Чертовски медленно. Наполучал, блин. Ну, броня дает, да, ребят, какой-то определенный эффект. Ох ты. Инсектицид. Оставляет ядовитый след позади себя. Ядовитый след. Но я тебе скажу, что не особо. Не особо это полезно, так скажем. Ты запарил, блин, а? Надо что-то взять, связанное с хилом. Если честно. Да, урон, конечно, не получает минимальный. Так, отскакивает от врагов. Давай отскакивает от врагов. Фига ты, жучара, блин. Я его и не заметил, ребят, что он стоял там и бомбил по мне. 1623. Ну. Так, вон ту турель верхнюю давай подбивай. Временно увеличивает. Ну давай. При убийстве скорострельность повышается. Так, вот эту пушку вольнем. Я помню, эта пушка меня как раз-то этого в тот раз убивала. Ну что, ребят, я, наверное, возьму все-таки здесь лечение. Хоть и не хотелось бы. Угу, я получаю атаки плюс 10%. Так, с этим разобрался, с этим разобрался. И с этим тоже разобрался. Я бы там с собой зомбаря подкинули. Так, ну меня спасает, конечно, вот эта штука, под которой я стою и урон не получаю. Жидкий азот. Давай жидкий азот возьмем, наверное. На замедление. Так. Прекрасно. А, разобрался, да. Ой, ракетница, блин.
Не понял, кто-то там еще-то, сука, ракет. Готовы. А! Вот он, ребят, это пуха. Она вот тогда меня подбила. Фух. Ну я прошел тут на изи. Увеличить... Не, давай яблоко, наверное, возьмем. Так, доллары. О, это же бомба. Подрывная бомба. Слушай, 2596 у меня хп. Опять эта бомбочка, блин, летает. Ну где это там? Еще с этим. Ой. Ой! Это вот плохо. Да бомба отвалит и от меня. Кинетическая голограмма, ядерные отходы. Давай способность летать возьмем. Я понял, я не дурак. Да чтоб тебя. Ой-ой-ой, я запутал. Так, минус. Ауч. Есть. Так, какая комната-то у нас? 25-я. Друзья, наверное, скорость атаки. Еще 5 комнат, ребят, до босса. Ну что я тебе скажу, фриза работает нормально, в принципе, ребят. Замедляет врагов, это видно. Это видно, это чувствуется, что замедление идет. Причем хорошо чувствуется даже. Да как вы меня заколебали, вот эти вот бомбы. Дурацкие, вшивые. Подожди, а что у меня за синий этот? Сейчас вот так вот все стало изображаться, да? Вот это с ореолом. Блин, вот эти бомбы бесявые. Ну. Хорош. Ой-ой-ой, тут. Да блин. Так, тихо-тихо. Та пушка по мне не попадает, она бьет в угол. Есть. Спички. Наверное, вот это возьму. Босс, друзья мои. А-а-а, так тут раздутый босс. Я думал, будет... Ой. Прыгающий, да-да-да, прыгающий. Заплевывает, гад, все. Оу!
Ты гад, а? Ну, не может быть, чтобы я проиграл, ребят. Есть. Мы прошли с вами этот этап. Опа. Опа-на. Деталечка-то открылась нам. Вот пушку, вот шмотка хороша, ребят. Но вот, блин, пушка бы была бы у меня эпическая, блин. Так, нам открывается снежный лес и сундук здесь. Угу. Так, броньку. Объединение, а что мы еще можем объединить? А, грибные сапоги. Грибные сапоги. А, ключик же у нас. Блин, ну замшилый глушитель. Содержит одно необычное, редкое или эпическое. Вот мне эпическое выпало. Мне выпало эпическое. Редкий шанс, конечно, но выпал. 25 уровень, максимальный 40. Надо будет в ближайшее время проходить жару, друзья мои. Надо будет проходить жару для того, чтобы получить токены, чтобы прокачать. Я думаю, что можно будет здесь попробовать на двойнюшки сходить. Или же вот здесь, кстати. Сотка, сотка золота. Ну, давай попробуем, ребят. За сотку приблизимся немножко к нашей цели, да? Если получится, конечно, пройти. Аккумулятор. Я даже попасть не могу, блин. Где там этот хмырь? Своей бочкой. А, способность летать. Возьму. А тут... нет, тут снаряды не отражаются, да? Тут снаряды не отражаются нормально. Это уже на втором уровне сложности, по-моему. Слушай, ну фриска бы не помешала бы, на самом деле. Она бы была бы здесь очень кстати. Давай, бур. Ну, чтобы врагов замораживать. Так. Ну, бомбит уже, господи. Давай еще один пронзенный враг возьмем. Через бур. Я здесь не буду брать вот эти вот сундуки. Я думаю, что без них, наверное, смогу пройти здесь, справиться. Лишь бы не пожалеть о том, что я не взял. Окей. Да. Ну, началось, короче. Что-то прыгает, прыгает. Там даже ничего сделать не может. Наверное, грибы возьмем. Ох, ё-моё. Куда ты прыгнул, Рэй? Ну, нормально. Так, уходим отсюда. Грибы, грибочки.
Так, тихо. Блин, за то, что они бегут, действительно по ним не попасть. Так, вертикально, горизонтально. Давай, наверное, взрывается при смерти. Пипец, я попал. Ну. Посмотри, какой, а. Минус 10 брони показывает. Куда ты? Ох, нифига себе, он пробежал. Фига со скоростью с такой. Хана. Не, ребят, не буду я попытку эту делать. Будем уже закругляться. Набор для всех уровней. А, набор для уровня 8. Да, ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.